как зовут вашего духовного учителя? Я не хочу официально это об этом говорить. Нет, не такая позиция, не такая роль. Как в древности были записаны веды? Если хочешь ребенка, что нужно сделать? В смысле, что нужно? Нужно лечиться, если не получается зачать, нужно лечиться. Это просто опять механика. Не работают какие-то каналы, можете к нам приехать или заочно. Мы прочистим каналчики и все получится. Ну это несложно на самом деле. Люди просто не знают, как это сделать, поэтому вы мучаетесь. Но надо просто полечиться и все, и зачинать, и все получится. Также важно знать для женщины, что пребывание больше соприкосновения с землей и с водой увеличивает гормональные функции. Молочная пища улучшает гормональные функции. Овощи, которые растут над землей и под землей, больше овощей кушать. Можно свежие овощи кушать. Молочная пища, больше ходить по земле. И особенно рядом с рекой, когда женщина так себя ведет, у нее улучшается все. Мужчине, чтобы сила гормональной функции была, надо корни, которые растут под землей, больше есть. И больше эти корни растут, которые под землей. И нужно физически заниматься чем-то, там гантели какие-то. Ну, то есть физическая активность улучшает возможность зачать. Бег, там какая-то физическая активность на свежем воздухе также. Хвойные деревья, прогулки в лесу с хвойными деревьями дают, усиливают мужскую энергию, возможность зачать. Как в древности были записаны веды. Есть такой мудрец Ясадева, он до сих пор сидит в Гималаях, его не видно. Его могут видеть только просветленные души. Был такой духовный учитель Мадхавачарья, он пошел к Ясадеве. Но его ученики не смогли дойти туда, где Ясадева сидел. Он один пришел, Ясадева ему рассказал про Махабхарату, как он ее написал, записал, и тот комментарий в Махабхарате составил, Мадхавачарья. Это было 500 лет назад, последний раз с Ясадевой общались. Он жил 5000 лет назад, и он записал все веды полностью. И он был неудовлетворен, потому что он не понимал, ну как бы он чувствовал, что людям этого недостаточно. И поэтому пришел к нему его духовный учитель Нарада Муни. Это духовный учитель всей Вселенной. Он в духовном теле находится вообще, у него нет материального тела. Он пришел к нему и сказал, что нужно написать Шримад Бхагаватам. Это произведение, которое является самым высшим проявлением ведического знания. Шримад Бхагаватам. Там написано, как служить Богу. Только все произведение только об этом. Разных людей, которые служат Богу. Так были записаны веды. Веды — это обширное знание вообще. Там есть знания обо всем. Это инструкция по всем направлениям. Некоторые пользуются этим и выбирают направление, которое не слишком надо популяризовать. Например, есть Камасутра, там объясняется, как сексом заниматься. И некоторые лектора, понимая эту популярность этой темы, начинают муссировать эту тему очень сильно. И все свои лекции на Камасутре строят. Очень четко понятно, что у этих лекторов есть какие-то проблемы в этом вопросе. Вообще есть благостные ведические писания, есть страстные, есть невежественные. Невежественные ведические писания, они как бы дают знания о том, что не сильно надо об этом зацикливаться, понимаете? Например, Камасутра — это невежественное ведическое писание. Оно находится под влиянием двух невежеств, оно дает знания. Но это знание, которое не надо вот сильно зацикливаться на нем. Допустим, если ты узнал из ведического знания, как ходить в туалет, не нужно постоянно целыми днями об этом рассказывать. Из этого делать большую философию. Узнал и ходи в туалет себе, как правильно,
Также сексом можно правильно заниматься, так, кто узнал, хорошо, но не надо из этого делать философию. Если ты из этого делаешь философию, значит, у тебя какие-то проблемы с хождением в туалет. Ты, наверное, только об этом и думаешь постоянно. Не ходите на лекции по Камасутре ведические, не ходите. Потому что это вам не поможет развиваться. Если человек читает такие лекции, значит, у него с мозгами трудности какие-то. Шримад-Бхагаватам, вторая шлока, она говорит: «Дхарма прайоджита кайта утра парамо нирмацаранам сатам ведьям вастава матра васту шинватам тапутрен муланам» и так далее. Это ведическое писание. Полностью отвергая всякие религиозные писания, направленные на достижение материальных целей. Это ведическое писание утверждает абсолютную истину, которую могут достичь только те люди, чьи сердца стремятся к совершенной чистоте. Этого произведения вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и с преданностью читать это великое произведение, Верховный Господь сразу же утверждается в его сердце. Так далее описывается, зачем оно нужно. Видите, Шримад-Бхагаватам говорит, не надо никаких камасутр. Надо думать только о Боге. В этот век человек не должен отвлекаться от главной цели. Все остальное в жизни получится само собой. Я уверен, что у вас все получится в этом вопросе. В плане отношения. Если уж говорить об этих вещах, то я медитировал на эту тему и увидел, что когда люди очень по-доброму и по-нежному, по-доброму вообще вот в семье служат друг другу, просто не думают о наслаждении друг друга, а служат просто друг другу, тогда все половые расстройства проходят. Они вступают в гармонию по всем центрам психическим. И у них нет вопросов вообще никаких, как там, чего с этим совсем. Поэтому веды разные бывают, надо это знать. Будьте осторожны. Сейчас много популярных лекторов, которые пытаются что-то не то говорить. Стоит ли возвращаться к бывшему мужу, если он принимает наркотики, способствует их распространению? Можно ли просить Бога о том, чтобы он бросил этот стиль жизни, если тот утверждает, что в этом его счастье? Люди испытывают счастье в благости, в страсти и невежестве. Когда человек испытывает счастье в невежестве, он употребляет наркотики, пьет вино, ест мясо, занимается сексом и думает, что это главное счастье, что может быть. Человек в страсти думает, что счастье — это деньги, богатые места, деньги. Человек в благости считает, что счастье — это глубокие отношения, отношения с Богом, молитва. Все эти три типа людей испытывают счастье. Но результаты этого счастья разные. Когда человек испытывает счастье в невежестве, он деградирует параллельно. Как, допустим, есть, опять же, половые отношения бывают разные. Допустим, я видел, как у богомола половые отношения протекают. Ну, такое насекомое. Во время секса самка богомола поворачивается вот так, ему голову поворачивает, смотрит на него, потом рот открывает, откусывает голову. Очень интересные отношения. Вроде бы все приятно. Там бац, тело оставил. Он там подергался, самец, все. До свидания, жизнь. И такие бывают, как бы, счастье такое бывает. То же самое в наркотике, такое же счастье. Человек испытывает счастье и потихоньку оставляет тело. Печень — до свидания, иммунитет — до свидания и так далее.
Разум теряется полностью, воли никакой нет, человек теряет волю, как растение становится. Наркоман стоит возле окна, говорит: мам, может мне покушать? Она говорит: покушай, сынок, ты уже третьи сутки здесь стоишь. Мозги не работают. Что делать? Первое, что нужно понять. Сама по себе верность не означает близкий контакт. Если ты верен невежественному человеку, можешь жить раздельно. Не обязательно. Мы не обязаны оскверняться близостью. Не обязательно. Верен, ты верен, пожалуйста, будь верен человеку, живи раздельно, молись за него. Самое главное отношение с близкими людьми – это отношение в сердце. Они пробивают все проблемы, уничтожают все страдания. Вот мы с вами устанавливаем отношения только в сердце. Вы со мной там не сильно разговариваете, не сильно там за ручку со мной ходите. Но уверяю вас, что у меня есть много родственников, которые за мной за ручку ходят. У меня сердце с ними отношения хуже, чем с вами. Во много раз. Потому что само по себе телесный контакт и само по себе, что у нас есть отношения близкие, не означает, что эти отношения, они настолько близкие, что сердца в гармонии находятся. Чаще всего наоборот, когда мы пользуемся телами друг друга, остановить гармонию в сердце очень сложно становится. Начинает действовать карма в это время. И люди становятся далекими друг друга, а не близкими в результате. Но если люди могут заниматься вместе духовной практикой, у них и родственные отношения, и сердечные устанавливаются вместе, тогда человек получает счастье в семейной жизни. Поэтому важнее устанавливать отношения в сердце. Если вы с невежественным человеком устанавливаете близкие отношения, вы деградируете от этого. Можете жить отдельно, молиться за него. Если он, допустим, в невежестве живет, но такой не трогает вас, ничего плохого не делает, он смиренный наркоман такой, тихонечко там ширяется и ведет себя очень скромно. Ну, можете жить рядом, молиться за него, заботиться о нем. Постепенно, он, несомненно, он изменится. Он не советует, понимаете, просто я не могу вам это объяснить. Я могу только вас, пример, вашу жизнь поставить. Если вы, допустим, слушаете мои лекции, а я занимаюсь духовной практикой, ваша жизнь будет меняться на 100%. Нет никаких сомнений, что общение меняет жизнь, вопрос только с кем. Но если я пойду неправильным путем, то вам не надо уже будет слушать мои лекции. Вы будете деградировать тогда. Я знаю много примеров, когда духовный учитель сходит с правильного пути, а ученики продолжают ему служить, они деградируют вместе с ним. Понимаете, человека надо воспринимать старшего только как представителя Бога. Если он идет правильным путем, надо слушать его лекции. А если он идет неправильным путем, то надо старшим для него стать и за него начать молиться. Отношения могут быть разные. Люди сравнялись, допустим, у меня есть Владимир Слепцов, допустим, я помню, как он пришел первый раз в духовную жизнь. Хлопал ушами и глазами, как бы. Я его воспитывал, учил. Сейчас у нас равные отношения, хоть он не признается в этом, хочет быть младше. Но у меня равные с ним отношения, духовно развитый человек. Вот. Может быть, он принят саньясу, там станет гуру, я буду тогда кланяться ему. Вот. Меня он будет старшим. Отношения могут быть разные. Если духовный наставник перестал идти духовным путем, его вот судьба придавила, можете за него молиться. Отношения сохраняются, но другие. Можете сами быть старшими. Это не проблема. Но если ты всегда считаешь кого-то старшим, даже если он недостоин, это уже проблема. Главное же отношения с Богом, а не с человеком. Старший — это просто представитель Бога и все. В семье точно так же. Будьте старшим для своего мужа, хоть как бы жена должна, ну, считать мужа старшим. Будьте старшим для своего мужа, если он наркотики употребляет. Это как ребенок для вас. Он вроде бы муж, но как ребенок. Молитесь за него, пока он не выйдет из этого состояния. Есть только одна причина, почему он наркотики употребляет. Это страдание. Человек не справился со своей судьбой, он страдает таким образом, хоть и делает балдежный вид. Это просто человек страдает, просто он сам не может себе это... Есть, понимаете, есть сердце у человека, есть ум. Ум может наслаждаться, но если заглянуть в сердце во время молитвы, ты увидишь там жуткую боль. Человек очень сильно страдает, потому что
сверхдуша недовольна этим всем. И контакт души со сверхдушой определяет последнюю инстанцию в сознании человека. Как сострадать людям, бандитам, наркоманам, как сострадать? Надо видеть их последнюю инстанцию. Вот здесь, в глубине сердца, они страдают. Они не удовлетворены своей жизнью. Если ты увидишь это с помощью молитвы, ты будешь ему сострадать. Или все равно, наркоман он или бандит. Так, высшее проявление святости, люди видят вот эти вот отношения души с Богом, и они в этом случае сострадают всем, даже преступникам. Они видят в них вот страдающие души, пытаются им помочь. Точно так же можно относиться к своему мужу, который занимается такой жизнью. Можно жить отдельно, молиться за него, и вы так сильно удовлетворите Бога, что этот человек вообще может полностью поменяться и раскаяться. Поднимите руку, у кого так произошло. Вот один человек есть. Это реально возможно просто взять и так молиться, что человек поменяется полностью, он раскается. Ведь он представляет вашу прошлую жизнь просто. Если вы молитесь, это тает, айсберг прошлой жизни тает, потом бац, его нет, все, он растает. И то, что было проклятием, станет благословением. Это просто объем работы, и все. Верьте в это. Если человек уходит, отношения остаются. Можно дальше молиться за него, и он в сердце твоем расцветет в виде чистой памяти. О нем останется очень чистая память. Да, человек уходит, это тоже как бы наказание. А что делать? Мы наказаны с прошлой жизни уже за все, придется отвечать. Рано или поздно все уйдут из нашей жизни. Никто не останется рядом. Мы сами уйдем. Да, у меня тоже такое было. Это неизбежность. Есть выбор у человека, свобода выбора. Его сердце может ему 1000 раз сказать «оставайся», а его мозги говорят «уходи». И губы шепчут «не прощай», глаза глядят «останься». Как помочь дочери наладить режим дня и найти себя? Не надо ничего помогать дочери вообще ни в чем. Вы когда ей хотите помочь, вы хотите помочь себе, потому что самый лучший способ быть счастливым – это когда все родственники ведут себя хорошо. Просто поймите, почему вы хотите дочери помочь, потому что вы хотите помочь себе. А вот когда вы захотите дочери помочь, вот тогда вы успокоитесь и перестанете ее трогать просто. Будете соблюдать режим дня, молиться рядом с ней. И придет время сначала, она успокоится, почувствует, что вы ее не мучаете. Первая стадия. Она почувствует, что с вами комфортно жить. Хоть вы живете по-другому, с вами комфортно, потому что вы не трогаете. А трогать хочется, потому что он же мешает. Вот я, допустим, с утра молюсь, у меня жена спит. Я чувствую, она спит, тяжелее молиться. Я продолжаю молиться, думаю, это моя судьба, жена спит, это моя судьба, я преодолеваю эту судьбу. И когда уже у меня хорошо в сердце, легкость такая преодолел, я захожу, стучусь тихонько, говорю, солнышко, вставай. Другое солнышко уже встало. И она легко раз встала, пошла все. А если заходить в вот это настроение, типа, ты что тут спишь? Она еще больше будет спать. Начинается война. Если у тебя есть какой-то объем работы, выполняй его. Сначала прости свою дочь, что она не такая, как ты. Она же твое наказание. Как сделать так, чтобы палач не отрубил голову? Ведите с ним себя хорошо. Может, он и отрубит даже. Подумать, скажет, что это не может быть.
сестра живет пока. Вот. Дочь это палач. Она будет мучить. Солдат попал в учебную часть в армию. Ему дали ломик, говорит, подметай плац. Подметает. Пришел прапорщик, говорит, товарищ прапорщик, ну дайте мне метлу, я лучше подмету. Он говорит, да мне не надо, чтобы ты лучше подмел, там еще за тобой будут ноги подметать. Не надо, чтобы ты замучился. Так действует карма, ей не надо, чтобы дочь стала сейчас хорошей. Ей надо, чтобы вы замучились. Она наказывает вас просто, карма наказывает. Если вы хотите, чтобы она не наказывала, примите судьбу. У меня вот такая дочь, примите. В молитве просто молитесь святому человеку. Так принять-то невозможно, это же больно. Вот я тебе в попу иголочку суют, принять невозможно, больно. Но если начать молиться Богу, можно принять. Примите судьбу, будет тяжело, трудно. У меня такая дочь, я хотела другую. Почему другие хорошие дети, а у меня плохая? Вот, молитесь, потом раз, сердце успокоится. Голос святого человека, молимся, слушаем голос. Очень сильно надеемся на голос. Слушаем, потом раз, сердце лучше. Раз так, дочь плохая. Фу. Уже полегче. Говоришь, раз, ну дочь просто вот такая дочь. У нее вот такая жизнь, она не может по-другому, не разум слабый. Вы все осознаете сразу, вы увидите ее возможности внутренние, ее способности, как она будет развиваться, все почувствуете. Потом дальше, просто радость дочери. Доченька, я счастлива, что ты у меня такая есть. Как только начинается такое мышление, сразу у дочерики ушки сразу. И она начинает всасывать ваши слова. Человек всегда всасывает любовь. И вместе с вашими словами она всасывает ваш образ жизни. Она начинает чувствовать, что это лучше. Потом она потихонечку сама так же начинает делать. Я помню, когда я начинал духовную практику, у меня был один помощник, молодой человек, он не занимался духовной практикой, но мы его как в качестве исключения взяли на работу. У нас работали все, кто занимается духовной практикой, он не занимался, и он чувствовал давление от людей. Чувствовал давление, что как будто бы все хотят, чтобы он тоже занимался. И я поговорил со всеми и сказал, не трогайте его, оставьте его в покое. Дайте человеку возможность нормально жить, развиваться. И все успокоились, как поверили мне. Потом произошло следующее. Я ему дал, на кассетах все было еще, я ему дал переписать с одной кассеты на другую, размножить лекции духовного учителя. И он начал переписывать, и потихоньку, тайком, чтобы никто не знал, он подслушивал лекции. А потом тайком у себя в комнате запирался и начал повторять святые имена Бога. Таком, чтобы никто не знал, потому что он боялся, что сразу все обрадуются и начнут на него давить своим духовным знанием. А ему интересно было, ему хотел сам. Тайком начал повторять имена Бога потихонечку. Но потом, когда все раскрылось, он говорит, ну да, я такой вот, что, ничего такого. Ну просто поймите эту идею, что так развивается любой человек. Но невозможно человека насильно развивать. Это же любое движение к Богу соткано из любви. Оно не соткано из насилия вообще. Но вот вы когда слушали мои лекции, я вам насилие какое-то перед вами совершал, нет? Вы наоборот слушаете, потому что вас никто никуда не тянет. Я вас люблю таким, как и вы есть. Не надо, чтобы вы стали лучше. Знание делает человека лучше и милость. Приходит время, человек становится лучше. Зачем его куда-то тянуть? Не тяните свою дочь никуда. Просто молитесь за нее, давайте, терпите ее, примите ее, любите ее. Придет время, она сама придет к вам. Так произошло с моей дочерью. Придет время, она сама придет к вам. Будет спрашивать обо всем. Когда судьба побеждается, все способствует развитию. Победите судьбу в сердце. Не надо побеждать искусственным способом. Чем бы такое, Олег Геннадьевич, сказать, чтобы моя дочь начала думать о Боге? Ну, что такое сказать? Я ничего не скажу. Бесполезно. Она будет тебя мучить дальше. Потому что кто-то же тебя должен мучить. Иначе как можно жить в этом мире?
Всегда в этом мире положено, что кто-то мучил. Дочь перестанет мучить, то другой будет мучить обязательно. А? Внучка, да, там уже клан уже построен, есть кому мучить. Ваши лекции слушать не хочет. Скажите ей, что я не против, что она не слушает мои лекции. Передайте ей мое мнение, что я не против. И больше того, я ей благодарен, что она не против, что вы слушаете. Я ей благодарен за то, что она не против, что вы слушаете. Олег Геннадьевич, я так хочу помочь своему мужу, гаду такому. Совсем замучил меня, скотина. Так вы себе хотите помочь, а не мужу, просто себе. Но ведь это же элементарно, когда человек получает вот этот вкус духовной жизни, он хочет так жить, это же супер вообще. Все люди меня спрашивают, Олег Геннадьевич, почему вы мясо не едите? Я говорю, как вам объяснить? Ну, если вы, допустим, приходите в какое-то грязное место, вонючее, ну, почему вы там не находитесь? Ну, потому что там воняет. Я говорю, ну, точно так же я мясо не ем, потому что это грязное, вонючее, ну, как бы, ну, воняет. Ну, я не могу вам объяснить, мне просто классно без мяса, я супер себя чувствую. Он говорит, а я думал, что вы аскезу совершаете. Я говорю, это вы аскезу совершаете, что его едите. Олег Геннадьевич, ну вообще... Ну не могу понять этого, не могу понять. Ну пытайтесь понять тогда, если не можете. Пытайтесь понять, что жить в благости – это рай. Это в тысячу, в десятки тысяч раз лучше, чем жить в страсти и невежестве. Чему там завидовать? Чему завидовать? Нечему завидовать вообще. Когда человек понимает, что жизнь в благости – это классно, это супер, это вообще классно, ну просто лучше некуда. Тогда чего он хочет? Он хочет в рай. Там в раю же в благости живут. Он хочет в рай, и рай хочет сделать прямо здесь. Деньги заплачены, где услуги? Давайте мне все это, благостными становитесь здесь, слышите? И вы все благостными становитесь. Я в раю хочу жить, все, мне надоело здесь на земле. Это не то, что ты как бы хочешь их исправить. Нет, ты хочешь райской жизни. А здесь же не рай. Здесь земля. Означает, будут мучить. Ну, допустим, лекции попали в тюрьме тебе, да? Законы счастливой жизни. И ты как бы хочешь, чтобы все стали, чтобы не было тюрьмы. Но ты в тюрьме сидишь, извини, правда. Ничего не сделаешь с этим, кормите меня благостной пищей. Такую дают, такую будешь есть. Олег Геннадьевич, что с дочкой делать? Рая нет. Рая не хватает. Дочка мешает жить в раю. Можно ли носить кожную обувь? Это все зависит от возможности человека, понимаете? Есть кожезаменители такие хорошие, как кожа, качественные. Все, можно их носить. Лучше их носить. Но если, допустим, вам говорят в офисе, вот, смех йога, йога смеха пошла. Он решил лекцию не срывать, там только смеется. Вот. Вот. Допустим, вы в офисе работаете, вам ну, требуется вот такая обувь. Что делать? У вас вариант, или вас с работы уволят, или вы носите эту обувь. Надо носить, это уже не ваша проблема. Это проблема тех, кто заставил ее носить. На их судьбе это все будет.
Ну, то есть надо место, время, обстоятельства. То есть, ну, если говорить вообще о кожаной обуви, то в ведической культуре в Древней России носили кожаную обувь. Просто эта кожаная обувь была, как делают, корова, как бы она сама тело оставляла, с нее снимали кожу, когда уже она уже тело оставила, эта кожа не является продуктом насилия. Из нее делали обувь и носили без всяких проблем. Просто здесь как бы не надо применять метод буддийских монахов, это такая притча есть, метод буддийских монахов называется. Буддийские монахи, ну, захотелось мясо. Вот. Есть кармическое мясо, которое сами животные как бы насилие совершили, убили животных. А есть животные сами погибают. Если они сами погибают, это мясо уже не кармическое, и в нем насилия нет, можно есть. Ну, в принципе, так и есть. Никто дохлую корову не будет есть. Вот она сама сдохла, никто есть не будет. Все режут, чтобы есть. Вот. Ну, они как бы начали пасти овец. Одни пошли под скалу, там разделательную доску как бы поставили. А другие пасут и как бы овец к скале прижимают. Ну и одной голову дернула, она свалилась. Но они прижимают, прижимают, она как бы... Ну мы же ее не заставляли как бы падать. Вот. Ей помогли соседи. И что-то она свалилась сама. А те уже знают, что такое возможно. Она прилетела прямо на разделочную доску, ее раз разделали, приготовили. Если с этой точки зрения рассматривать, то Бог он все знает, где насильная смерть, где ненасильная. А домашние животные, вот как правило, мясо уже? Почему можно не мясом? Да, можно не мясом, у нас собаки, даже большие собаки питаются вегетарианской пищей, вот так живут без проблем вообще. Да, кошки то же самое, то спокойно вообще, без мяса животные спокойно. Ну, лучше поймать, да, почему? У нас собака была, вообще мясо даже не хотелось ей. Не знала, что такое. Она панир ела, покоры. Ну, она вошла. Не килоха была с рождения. Белая такая, две белые полоски такие. Ну, да, я вообще не знаю. Какая собака? Что делать, если муж склонен выполнять женскую работу? Ну, пусть делает, вам же лучше. Классно же, муж готовит, а вы обалдеете. Многие женщины только мечтают об этом. Но Венера потому что действует. Венера действует, поэтому много таких мужчин. Венера действует. Мужчины очень аккуратные. Вот у нас даже из Латвии приходят ребята помогать мне, ученики. Они очень аккуратные, они везде заботятся обо всех. Вот их, мы их там приезжает духовный учитель, мы только их ставим. Они там просто вот из него конфетку делают. И массаж там, и все, и приготовят. Ну, природа так действует, Венера, это же супер. Мужчина, когда помогает жене во всем, супер. А если еще деньги приносят, так вообще ему надо поставить на постамент и поклоняться ему. Хорошо же, да?